Шмар, я посмотрела, сейчас ездит машина с военными. Приглашает голосовать. Подъезжает к дому. Начинает ломиться ворота. Россияне, я требую, чтобы вы написали, в какой стране за вами россиянами бегает. Ну, Иммиграционные службы, которые требуют, чтобы вы взяли в Китай, может, за вами требуют. Может быть, вы хотите. Вот вы поехали в Китай, да? Или там живете в Китае, да? И к вам приезжают китайцы с оружием, с солдатами. Или вы приехали в Норвегию, да, или вы приехали во Францию, да? Или вы приехали в Америку. Представляете, чтобы Америка бежала и требовал, чтобы вы взяли американцев. Кто из вас подвергся насилию, чтобы вы взяли паспорт? той страны, в которой вы сейчас находитесь. Я даже ничего не говорю про тот факт, что вы приехали в эту страну, вы оккупировали эту страну и теперь требуете, чтобы она...